Итак, комикс «Batman Death of the Family». «Смерть семьи» представлена самой крутой командой по мнению New York Times. Автор Скотт Снайдер и художник Грег Капуло. Скотт Снайдер уже не первый год занимается историями про Бэтмена. Ранее он работал над такими сериями, как «Детективные комиксы» и «Бэтмен. Врата Готэма», которые были в числе лучших и самых востребованных комиксов. Основным художником новой серии стал Грег Капуло, ранее работавший над серией «Spawn» от издательства Image Comics и впервые дебютирующий на просторах DC Comics. Расскажу немного про сюжет. Спустя год после того, как лицо Джокера было срезано кукловодом в выпуске «Детектив Комикс», он вновь возвращается в Готэм-Сити. Теперь он опаснее даже самого страшного убийцы. Сюжет построен на блефе Джокера. Он якобы знает, кто такой Бэтмен на самом деле. Это красивая идея, но она, увы, не работает в рамках установленных комиксом правил. Даже если предположить, это чтобы без спойлеров, что такое ультимативное знание действительно у Джокера есть, то все равно очевидно, что он его не применит. Ну или, по крайней мере, не применит в полную мощь. Джокер не может убить Бэтмена, потому что Бэтмен не может убить Джокера. Сценарист Скотт Снайдер это, конечно, понимал, поэтому Джокер хочет убить не самого Бэтмена, а его семью. В смысле всех его помощников. Робинов, Найтвинга, Гордона, Альфреда и так далее. Если хотите узнать, что же из всего этого вышло, то обязательно прочитайте эту серию. Само издание в твердом переплете, в супер обложке, под которой скрываются с 13 по 17 выпуски «Арка смерть семьи».